Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Россию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на карте 7 морей. И если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к началу. Ссылка на первую серию есть в описании, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Шотландии два... Ну не называйте Шотландию, нету Шотландии. А, точно, я забыл. Да. А вон у кого-то три очка великих людей. Есть только Шоколандия. Какие-то вообще мощные люди. Ну это как раз-таки у той игры, да-да-да, которая не существует. Ребята, вы там это... Тормозите коней. Куда поедете? А у нас чуть ли не такие два приграничных города будут стоять, вообще ништяк. Еще два этих поставить сюда, ну этих военных лагерей, вообще никто не пройдет. Ну да. То есть у него... Давай, короче, смотри, одну клетку 2-2 ты выкупаешь, другую клетку 2-2 я выкупаю, окей? Давай. Плюс 5, класс. И там два лагеря. Зеба. Так, этого отменим. Не, там клетки хорошие. Да зачем? Зачем я это шучу. Все? Блин, шучу, три хода. Я бы хотел, не, на самом так. деле, на следующую... Через 30 ходов там лагерь появится. Давайте, наверное, пока святилище я буду строить. Просто, ну, плюс 3. Следующим ходом начну гавань делать. Понимаете, плюс 5, это значит, очки эпохи мне дадут. Может, я уже так дойду? Пусть он просто должно быть варваров. Членю проход в одну клетку между горами, и у меня проход в одну клетку между горами. Мы поставили так друг напротив друга два города и две свободные клетки, если там можно два лагеря поставить. Там вообще пройти сложно, блин. Класс, красота. Мой город с одной клеткой атакуется. Как у меня тут с верой-то, а? И тут как этот... Лавра вот сюда, да? Тоже на плюс 7 будет. Сейчас зашибись. Ну, жалко, конечно, на лес ставлю, но зато сам город красивый. Тут гавань нормально становится. Тут ресурсов вокруг сразу обработать. Класс. Мне бы вот сюда еще город как-то довести. Каким-то макаром. Я тут просто встану, пускай он атакует. Поплыли смотреть, и вон пророк уже появился, я смотрю. Ну, конечно, православие надо брать. Так, все чудеса света плюс 4, храмы и святилища пищу дают, храмы и святилища культуру. Пожалуй, на культуру возьму. Хотя у меня еды нету. Наверное, все-таки на еду. Давайте на еду. А здесь что-нибудь... Давайте стоимость миссионеров и апостолов. Давайте попробуем в религиозную победу сыграть. Континент, святилище, и тут два хода уже, блин. Нет, тогда надо обратно поменять. Это что-то Питер вырос. Так, надо на производство. Ну, тут пока нету жителей, чтобы гавань ставить. Да, слава богу, варвары не на побережье свою хатку поставили по брабонкера. Поэтому кораблей варварских не будет. Но если вот отсюда, вот тут они могут... А, кстати, вот у нас лагерь варваров, туда сейчас надо плыть. Чтобы они не приплывали тут, мне не гадили ничего. Е-е-е. Как приятно за Россию играть, да? Так, сразу строителей сначала. Или лавру. Плюс 7, а?
Дайте лавру. Все-таки какой приятный район. Вот куда ты вышел? Вот ты дурачок. Блин, я не буду забирать этот лагерь в следующей эпохе уже. Так. Меняем обратно на святилище. И в Питере на производство давайте. Видите, уже не хватает жилья, поэтому нет смысла продолжать тут на производство чисто. Святилище. Святилище позволяет строить миссионеров. Ну, Тибр, Доломитовые Альпы, это Рим. Это стопудово Рим. Вопрос, тут Рим или тут он? Он просто как раз тут может быть, за этими Доломитовыми Альпами. Так, пошли в судостроение. Я хочу грузиться на корабли и здесь вот высаживаться. Потому что иначе я не могу сюда никак добраться. Апостолов я сейчас буду покупать за веру. У меня будет... Я просто обмазываться буду верой. Мне надо Ереван засоюзить, кстати. Что он хочет? Ну, во-первых, там первого посла мы отправим. И озарение для стрельбы из лука. Ну, кстати, вполне возможно. Но я тогда первого посла не смогу сделать. Если озарение для стрельбы... Ну, озарение для стрельбы из лука — это убить кого-то пращником. Так, Ярославль бы, наверное, все-таки на еду надо включить. У меня тут две овцы есть. Боже, как хорош Ярославль. Если ты играешь за Россию, конечно. Как хорош Ярославль просто. Так, кого там атаковал? Не ошибись. Прокачиваемся. Не буду атаковать. Лошадки. Кораблик дальше плывет. О, руинка. Тут мне сюда надо скаутом. Рапану. Еще тоже кто-то встретил уже. О, я ешь. О, так он еще. Блин, не успел. Да е-мое. Все-таки Ашен там типа за Рим. Оказывается, у тебя метка не в другом месте стояла. Ну, я решил поближе поставить. Бля, что мне так много очков дали? Я в любом случае положил. Подождите. Откуда у меня там очки набрались? Я просто поставил поближе к себе. А, за религию. Слушайте, я и забыл, что религия дает. Я не видел, кстати. Как его? Там два кофе, там три кофе. Блин, даже больше. Я говорил, 250 будет, да? Согласен. Сначала будет 275, получается. 4 люкса. Лиса, промка, сколько много. Ну, такой. Ладно. Так, ну давайте. Ты бы докосить, либо не дотянуть. Гавань достроим. Как раз. У тебя уже и так есть. Блин, не переключил тут навес. Так, надо Ярославлем заняться. Мне бы, конечно, Магнусов в Санкт-Петербурге, чай нужен? Но я буду так уже покупать поселенцев. Ну, тогда жди. Надо сюда будет плыть, зачищать от русский, варваров. Русский, да, есть, наверное, у нас получается. Не знаю, конечно, тут на реке как бы выглядит, что надо ставить, но... Море в одну клетку, мне надо посмотреть, что здесь. Ну, судя по художнику, да. Эгейское море, то есть греки у нас. Какое? Галилейское? Да. Значит, Рим. Был бы Израиль в игре, я бы сказал, что Израиль, но нету в игре Израиля. Блин, Норвег умудрился. Ага, опять. Значит, палим цивилизации, да? Ой, блин. Короче, этот начальник умудрился упасть в темный. Молодец. Да мы поняли. Маг какой-то. Видите, я сразу уже получил плюс 3 к счету эпохи за великолепную гавань. Явно не Норвег. Ну поехали, сколько поселенец? 95. То есть, в принципе, да, 2 все-таки поселенца. Я ваш. Уже два разведа у меня на третьего левела, прикиньте. Это просто. Красавчик. Вот был бы ты Кри, было бы лучше. Господи, я мог построить свое уникальное здание 30 раз уже. И а что не построил? Я забыл, что я его могу строить.
Ты просто вот вышел бы в золото, если тебе там очко нужно. А тогда нужно было, да? У меня 18 было с 19. Ну я просто вот, ну... Кумаси убил лагерь, блин. Да. Ладно, я хочу тут встаю. Надо, наверное, куда-то туда пойти встать, чтобы лагеря не появлялись. Блин, Ярославль забываю. Фу, успел. Надо, чтобы рос быстрее, Ярославль. Так, в Питере я сейчас буду строить маяк. Хотя надо бы и... Ой, блин, у меня все на морские юниты стоит до сих пор. Класс, я еще куда-нибудь поменяю. Пойдем в политическую философию, тем более, что все ускорено уже. У меня скоро уже писатель появится. Блин, убил. Честно. Да, получил в Ереване посла. Что, наверное, зря. Так, ну... Сделка. Наверное, все-таки куда-то сюда поведу. Так, когда тут гавань еще? Блин. Хреново Москва растет. Я бежал туда. Че получил-то хоть? 5 ходов. А, 50 монет. Плохо. Кого брать? Хочешь, могу поделиться. Поделись, я не против. Мне 15 хватит. Просто у меня сейчас будет мало. Че пингалу брать, если мало? Может, лучше Рейну взять и прокачивать? Блин. Ну, Мокша, как бы, нафиг надо, честно говоря. Ой, блин. Так. Ладно, давайте попробуем Магнуса и прокачать, чтобы не удалялись жители Питере. Может, я потерпеть пока? И шо? А, я и не поменял. Да, молодец. Блин, трудовая повинность, да? Давайте мы, наверное, я сейчас потерплю 4 года, даже 5, когда приедет Магнус. Возьму. А, слушай, а ты сюда вниз не пойдешь, там же горни проходные. Буду покупать за веру в Питере. Этот пускай идет. Да. Тогда я тыкну. Тыкай. Ну, я не знаю, я, наверное, все-таки вот сюда поставлю. Или ты вдоль побережья будешь селиться? Пока. Ну, тем более у меня еще судостроение откроется. Давайте, давайте, наверное, немножко по-другому. Давайте здесь пращников. Да. То есть я хочу открыть пращников и плыть. Мне сейчас пока караваны так сильно не нужны. Ну если я сюда, это ж для тебя нормально будет? Открыть луков, я имею в виду. Тут стоим, ждем. Мне вообще никак не мешает, у нас не проходили. Пожалуй, так, тут лавра офигительная. Да. Ну я как бы Антонари его хотел забрать. Ну, забирай. Ну я просто не знаю, может тебе она нужна. Боже, видите, какие тут олени будут, да? Тут вообще. Тем более еще святилище еду дают. На производство переключаемся. Блин, или все-таки сюда куда-нибудь поставить город? Он может, например, от Рима защищать, а плюс сюда еще что-нибудь влезет. А, давайте, наверное, так сделаем. Ну, это Рим все-таки, это... Границы Рима. Ставлю строителя. Следующим ходом. Челиня, ты там далеко? Он, да. Откуда?
Ну, от разведа, от Наски. Да. Пануи хочет обращение в веру. Ну, мне надо бы идти от травочки, на самом деле. Так. После политической философии я, пожалуй, пойду прямо в теологию напрямую. Я хочу храм Махабодхи построить. Так это ж прекрасно. Пойду давай навстречу. 50 веры, блин. Так, здесь постоим. Надо переправляться. Только причем их в лучников надо будет апнуть. Ну, веру я тебе не смогу передать. Да не нужно. Эти может... Нет, ладно. Блин, стрельба из лука. Давайте я начал стрельбу из лука, потом судостроение. Учили, не, ты прими, либо откажись. Да, в Ярославле недостаток жилья. 5. Зато как быстро рабочие. Блин, мне надо, конечно, было тут на рабочих поставить скорее. Привет. Привет. Далеко отсюда? Ну, вот святилище, видите, да, две еды дает. Направо? Ага. Да, надо союзить. Ну, не, мне просто надо трех послов в Ереване иметь. Это, знаете, сколько еще плюс, сколько веры будет? Боже, 44 веры уже сейчас. Просто уже сейчас 44. Зато у Рима 22 науки, 24 культуры. Да что ж такое-то, я опять забываю принять твое предложение. С двумя городами. Ну, культура у него явно от его... А у него стоят театралки? Нет, у него не стоят. То есть он просто художник Андрей Рублев первым встретил Кумаси. А, слишком православный. Ссылаюсь просто туда караваны. Ну, сразу видно, русский. Ну, он далеко написал. Туда будет Артемисия. Великий ученый такой грустный. Великий полководец, класс. А это, по-моему, его автопортрет. Кого, Андрея Рублева? Он же иконы писал. И как раз, по-моему, в одном из он сделал свой автопортрет. Так, этот у нас будет работать скаутом. Туда побегит. Да, вот этот, конечно, Рим мне не нравится, как он. Значит, прокачиваем Магнуса, и через два хода, когда он сядет в Санкт-Петербурге, начинаем усиленно тут покупать поселов. Теперь тут меняем. Может, против варваров пока поставим, или содержание юнитов. Ладно, давайте пока содержание юнитов. А здесь чудеса света, поселенцы мне точно не нужны. Создание строителей. Давайте, наверное, создание строителей. Тут отличное место, видите, еще для города. То есть там тоже надо будет высаживаться. Ракетир, Масима. Что там? Ну, 20 голды с меня взял. Ну, это круто, конечно, у него наука прет. Культура еще ладно, но столько науки. То есть культура, я хотя бы понимаю, он посылает караваны в ГГшке. За счет того, что он Кумаси союзит. Ну, ладно, окей. Ну, это знак как бы дружбы нашей на все времена. Запомните эти слова.
Так, Москва. Это. Ага. Чтоб мне тут обработать-то на еду. Наверное, стоит крабов идти. Так, я тут один ход подожду. И я смогу гавань тут строить. О. Отлично. Привет. Так, давайте из Ярославля. Торговые пути же другим цивилизациям спокойно можно прокладывать, это мало ли. Ну да, если международная торговля открыта, по воде идет. Ой, кокаин. Так, да, мы пропускаем ход. Ой, кокаин. Сейчас уже а гавань достроим. Что у вас тут такая за территория интересная? Шикарная у него территория. Да на самом деле она шикарная на три города, так что и зря. Да, я тут у четыре города шикарно вижу. Но он уже в политике. Он даже не только в политической философии, он где-то вот здесь, в исторических. Он уже в исторических хрониках. Нормально. Ну, кампуса он точно поставил, да? Ну, два кампуса, скажем. Ну, если у него там два кампуса, есть сосед. У меня, видите, у меня нету вообще гор. Не знаю, где мне науку, кстати, брать. Надо, видимо, брать покупку этих. Все, Магнус приехал. Так, ну трех поселенцев я, видимо, смогу купить. Боже, как у тебя тут много люксов. Там, чая, да. Четыре кофе, три чая. Ну ты кофейный, чайный просто магистр. Так, вот апаем изобилие, так это лучников. Карагена. Вы играете? Да. Играем. Масина, у тебя там варвары бьют? Там разведчик меня убивает. Прикольно. Приятного ему суицида, как бы. Надо в начале хода прыгнуть на холм. Видимо, жизнь с варварами ему не прелестила. Да-да-да. Морально убитые варвары. Депрессуха. Так, три хода. Ну, наверное, этого поселенца еще куда-нибудь, наверное, сюда. По... Или сюда. Наверное, сюда надо, чтобы город рос и лояльность. А потом надо будет уже судостроение откроется, и надо будет плыть сюда и сюда, в тундру. Обработка бронзы. Ну, кстати, хорошая штука. Я, может, и не убью еще трех варваров. Хотя одного я убил точно, да? Не, даже двух. Не, двух. Ну, в общем, мог уже прокачать, я думаю. Так, если я тут ставлю раз, два, три, наверное, вот сюда. Ашан, предложение. Обрабатываю янтарь, потому что это все жилье дает. Да и торговать, кстати, может, можно с трояном. Че, я успею проскочить, разведчик? Ашан, предложение. Нет, не успеешь, я тут я следующим ходом ставлю. Фарусский маяк. Вообще, мне бы чудо построить, чтобы ускорить. Давайте, может, попробуем. Предложение.
Опа. А я теперь могу тут город вообще ставить? Не, по идее, должен мочь. Да. Блин, ты шумер, похоже. А не, Норвегия. Норвегия — это жопа. Ашан, о, привет всем. А ты сделаешь стримчик? Сейчас. Спасибо. Ты уже вернулся, мой друже? Так уже вернулся. Кто-то идет к религию, кроме музыков. Слышишь, что ты палишь? Лёша! Лёша на русском? Попался! Ждите рок-группы. Не, ну тут, короче, такая ситуация, он со мной дружбу заключил, он меня быстро обратит и быстро победит. Это кто там что создал? Ну, религия. Потому что у меня религия вообще нет. Скамейка. Нет, ну, у нас две с религией. Ну, скорее, это Шана и... Учление. Православие это... А почему КГшка на военку ставит кампус? На образованный собирается быть. Собирается защищать. Гриня, ты тут? Да. Я тебе предложение кинул. Почему Гриня? Ну, это же религия. Я тоже. Ну, давай я тебе пообещаю не обращать твои города. Так, согласен. А? Так, согласен. Отлично. А если он... Ты будешь все равно обращать его города? Я не буду обращать его города. У меня религия для покупки поселов. Ну, серьезно. Сейчас я пошел всех в религию обращать. Нет, я... Давай так, чтобы потом у меня было претензий. Я не говорю, что я вообще всю игру тебя не буду обращать. То в течение вот этой дружбы я точно не буду к тебе приходить. Еще раз кинул норвежец. Мы можем паузу на 10 минут сделать? Давай следующий ход уже. Ага. Надо этого сюда вести. Нормально, дискорд отлетел. Строители, два влияния, чудеса. Ну, наверное, производство. Так. Пошли мистицизм. Потом теология. Предложение. Не, короче, ну и нафиг эту Антанариву. Ну что, мощно сильно? Слабак. 6 дубин, 2 лука.
Она вот еще с четырех сторон вокруг себя встала, короче, и... А прибежал бы всадниками? Так я, собственно, к лошадьми к ней и прибежал на лошадях. И не можешь два лука и шесть дубин убить? Не могу, потому что я через реку атакую, и там, я боюсь, не смогу. А открыл ли ты военную традицию? Я, наверное, открыл. Или нет? Конечно, да. Она вся так реками окружена. Может, мне сначала сюда? Так, давайте я вернусь скаутом. Я хочу тут высадиться уверенно. Так, ну не знаю, пошли сюда. 10 минут. А, паузу нажимать? Или ты, мы можем ход закончить? Ну... Может, бесконечный ход сделать? Хотите? Можете закончить, я типа сходил, но я все ушел. Окей, 10 минут. Можешь бесконечный тайм сделать? Сделал. Норвежцы, я тебе кидал открытые границы. Да, сейчас думаю. Я просто религию выбираю. Зачем тебе религия? Река у меня классная. Накормит всех. Я сейчас тоже пока отойду. Ну, собираемся в 10.45. Ой, во сколько там? 8.45 у вас. Ага. Кокаин, а ты не будешь нужно понимать, да? Ты решил подгадить. А, это не он отошел. Ну, подумал о тебя. Ну, ты отвергаешь дружбу. Пока не хочу дружить. Так, а я, наверное, могу... А то у тебя уже столько науки и культуры там. Торговца купить? Ну нет, мне надо поселенцев покупать, и конечно. Этого, ну, они уже 46, как бы. Надо расселяться вовсю. Как хочешь. То есть сюда у меня идет, сюда идет, этого я покупаю сюда. Зачем? Мы честно все развиваемся. Ну и в принципе, как бы у меня получается все, надо тут еще как-то исследовать. Так, давайте пройдемся Шпань, по городам. Шпань, а чего у тебя так печально все по городам? А, ты ж компуса натыкал. 7 очков, ужас. Давайте в рост как-то. Так, сделаем. 7 жилья, как бы, но... И обратите внимание, что это жилье даже без амбаров. Так, Тула... Тулула. Ладно, тут один ход до роста все равно. Присоединяйся, бром и слоны. Какая-то ненорвежская религия. Да, чтобы больше нам людей присоединились. Скамейка. Что-то я какой-то, да, без фантазии. У меня какое-то грустное православие. Да, что-то тут подбирается ко мне. Плыву сюда лучником. Тут будем высаживаться. Этот плывет. Ну, мне кажется, вот сюда надо ставить город. Вполне неплохо выглядит. До рыбы, шелк в тундре, конечно, офигительно.
Новая схема добычи шелка. Так, тут стоим пока. Оп, один вулкан взорвался. Себе. Полу, да, так этот вулкан, я раз-два на второй клетке от него через другую гору. Да, и он дамажит. Дамажит. Угу. Так, в Питере поселенца. А если бы эти еще бы два бы извелись, все мы... Надо и стул, и караванчик отправить, я, наверное, за деньги куплю. Вулкан же люксы не ломает же, да? Так, все, большой бассейн мой. В смысле, не уничтожает, но улучшение да, на да, них, да. Да, ломает, ломает, а не уничтожает. Святилище готово. Амбар нет, монумент нет. У меня тут вообще на строителей все еще стоит и на чудеса. Давайте строители два хода, а потом гавань начну. Это один... Я один тут гавань строю, блин. Как дурачок. Жалко, я вот эти корабли никак не смогу перекинуть. Я тут даже канал не могу построить, потому что холмы. На холмах не строится, к сожалению. И здесь. Я вообще могу тут город поставить, кстати. Может мне действительно на этом перешейке поставить город, чтобы можно было проплывать? Хм. Тут-то у меня еще тоже влезет. Так, отлично, большой бассейн. Драму и поэзию ускорили. Так, ну ладно, все равно спускаемся пока на воду. И высажусь я тут, и надо хотя, блин, быстрее же плыть. Блин, хочется тут город. Давайте я все-таки сюда поплыву. Давайте этого лучника спустим тоже на воду. О, валет. Ух ты, валеты еще тут. Зашибись. Прям все ради того, чтобы завер. Так, теперь мне надо валету союзить. Здравствуй, Челина. Давайте. Я просто хочу дождаться открытия теологии и храм Махабодхи строить уже чудом. Так хотя, конечно, гора. И... Не, ну тут у меня слишком... Я не хочу рыбы идти вырубать. Ну, до самолета, короче. Ну тут с тобой даже до самолета. Чего? Знаешь, один военный лагерь поставил от моего Норвегия. Города, 5 городов. Даже... Рим. 3 города. Россия. Ну да, тут проход вообще 5 никакой. Городов. А тут будет 6, 7, 8, 9. Короче, за веру тут вообще расселюсь сейчас. Единственное, смущает, конечно, вот это... То есть я должен, по идее, догнать жителями, но посмотрим. Это не так-то просто. Так, давайте железо откроем. Потом письменность.
пропускаем ход, тут гавань. Сколько тут зарядов? Один. То есть надо шелк и янтарь. Шелк тем более еще не открыт, похоже. Янтарь поеду. Обрабатывать. Тут высаживаемся следующим ходом. Наверное, пошли уже к Риму. Тут я, наверное, высажусь, не будет никого. Цай Юань, знаменитый китайский, ой, знаменитый российский писатель, исследует Норвегию для своих будущих трудов офигительных. Так, ну я тут... Я бы тут дождался, наверное, открытия... Блин, даже не знаю. Ну, лавра, видите, здесь... Но мне бы в небо, мне бы кампус построить в Туле, тут хотя бы хоть какая-то наука есть, что ли. Максим, у тебя когда будут союзы? То есть вы все-таки решили не на 6, а на 7 сделать? На 8 мегабит. На 8 я подключился. Бывает, ребят, бывает. Не очень в устный счет до 8, да? Ну, это, я еще этот... Мне Гудвин еще подарок не сделал. Сделает подарок, когда поговорим. Главное, чтобы голок побольше напихал. Просто ты, когда беглым взглядом осматриваешь, ты видишь 4 страны, которые ты нашел, к примеру, и 3 страны под вопросиком. 4 плюс 3 равно 7. Меня не посчитав, да. Когда у вас смена века? Чё долго? 10 через 16 годов. На этом пока все. Спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных продолжение появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!